утро, Анташек. Ты в садик. Ты опять недоволен? Да. Чем ты недоволен? Что мы не возвращаемся? Чего? Что мы не возвращаемся давно. Давно? Да. И теперь ты этим недоволен? Да. Понятно. Давай улыбайся и поехали, хорошо? Садись. Антох, ты Мызин? Привет! Дядя Сережа Мызин. Ты далеко? Песочек? Шишки самые колючие, да? Крепкая. Колючие, да? Все, Афоня с бабулей дома, а я поехала в Динскую. Афонька вышел меня проводить. Все, приехала я в Динскую, еле поставила машину. Вообще тут все просто забито. Гляньте, тут ужас, что творится. Нигде нет, ни здесь, ни стоянки. Гляньте, как тут красиво возле администрации газончик поливается. Цветочки. Сейчас буду заходить соцзащита. И фонтан включили. Классно. Все, я уже в машине, вот остановилась я аж возле статуса. Сейчас буду выезжать, купила родне подарок. Что здесь поменяла Афанасию кеды. В общем, мы тогда взяли ему кеды с Григорием, когда ездили. Но они были прям впритык. Вот сейчас вот я взяла побольше уже. 22-й, тогда мы брали 20-й. Да чтобы нам походить. Надеюсь, ему понравится. Еще выдали справку Гришке, вот, на льготное питание. Справка просто в том, что мы получаем пособие на ребенка. Вот сейчас я выйду, расскажу, как я брала справку. Так, в общем, пришла я в соцзащиту, а там вообще народу очень много. Прям много сдавать на детские с маленькими детками пришли. Ну, я так-то же тоже с Афанасием ходила, потому что, ну, никто с ним не мог остаться. Уже я знала, что это очень долго, там заявлений кучу писать, особенно если сдавать не на одно пособие, а на несколько, там кучу заявлений переписывать, потому что, ну, так как несколько пособий, в общем, долго все это принимается, и даже я вообще в шоке, такого никогда еще не было в нашей соцзащите, вот выходит из другого кабинета, из 16-го, сначала мужчина говорит: «Ой, девушка, что вы тут с маленьким ребенком на другой девушке, и пошлите, я вам все оформлю». Круто, представляете? И там прям такой... И потом выходит с этого же кабинета другая девушка и говорит, что вот, кому справки, то я тоже сделаю. И нам как раз нужно было просто справку. И, в общем, она это, сделала нам справку. То есть это вообще все быстро. И там такой большой кабинет. То есть я понимаю, что там девушки с ребенком. Причем она с тремя детьми пришла, просто что один грудничок на руках, и что вот действительно там удобно с тремя детьми, там огромный кабинет, поэтому вот сегодня мне в соцзащите прям даже понравилось, то что я просто долго стояла, ну потом получается уже зашла девушка, за которой должна была быть я, ну я уже пошла туда побыстрее, чтобы взять справку. Вот такая вот у нас теперь соцзащита. Мне прям это было так неожиданно. Там действительно очень душно и жарко. Одна еще девушка пришла, она уже там писала, сидела, а она пришла со своей мамой. Мама там ходила с маленьким этим ребеночком, кричала его. Ну, в общем, я думаю, что так во всех соцзащитах, наверное.
Так, сейчас я еду уже домой, буду готовить перцы, потому что, представляете, я думала, что я достала мякоть, а я достала не мякоть, а, ну, то есть мясо на кости, да. Сейчас в мультиварке должен свариться бульончик, я приеду супчик, быстренько приготовлю, или со щавлем с яйцами, вот такой вот, какой-то быстренький. Фаршика немножко, чтобы уже не доставать мякоть и кусочек. Потому что я думала, что-то мякоть, а то не мякоть. Вот. А там у нас еще есть супчик докушать вчерашний, который со звездочками, с макарошками на обед. Ладно, все, я поехала. Буду следить за дорогой повнимательнее. Так, у меня здесь уже варится супчик, я уже дома. Здесь у меня кастрюля от мультиварки прямо на плите. Не знаю, я уже несколько растаяла, и все с ней в порядке. Просто на плите суп сварится быстрее. Здесь уже морковка, картошка, лук. Вот. Купила я в Кредо пампушки с чесноком. Одну зажаренную взяла, одну не очень. Хлеб тоже они там пекут, очень вкусный. Купила еще 3 апельсина попробовать. В общем, разрежу, посмотрю. Должны быть красные. Ну, в общем, посмотрим. И еще изюм вместо конфет. Что я еще купила? Рыбки такие, крекеры. Вот, ребята тут кушают. Еще я купила эти цукаты. Тоже вместо конфет. Такие вот сушеные. Вкусные, Афонь? Угу. Классные? Ну что, мой супчик уже почти готов. Сейчас только закину зелень, Григорий сейчас принесет. Прям сюда и кусочки мяса пообирала от кости. В мультиварке, конечно, бульон потрясающий. И прозрачный, и... Ну, я пенку только снимала вначале. И мясо прям хорошо отходит от кости. Так что вкуснота. Вот суп наш со щавлем, с томатиком, с яйцами. А. Война, петрушка против укропа. Да, и что победила? Ничего. Все, спасибо. Сейчас вот помою, все порежу. Все, наш суп с Григорием. Афонька хочет апельсинки, не хочет он суп. Сейчас пообедаем и пойдем отдыхать. Все, всем приятного аппетита. Афонь, приятного аппетита. Ма. А. Попалась красная апельсинка. Это первый раз у нас такое. Красная? Да. А, ты хочешь поставить? Да. Ну, ставь. Вкусно? Да. Я в шоке. Афоня сам сказал, что надо идти спать. Спать? Да. Давай со мной ложись. Афонечка, кого ты лепишь, скажи? Самолет? Где самолет, покажи. Так, мы с Афонькой проснулись. И Афоне захотелось песочек, да? Бабушка с дедушкой же приехали. Да? И ты что будешь делать? Самолет, скажи. А мама что сделала тебе? Еще машину, да? Да. И мы сможем поехать в гости, да? Вот так, да? Давай на самолете полетим. Да. А, машина разломалась. Будем еще делать машину? Да. Мы умеем? Да. А на самолете полетим? Да. Вот так. Паска-паска, да? Да. Поднимай скорее. Это что такое? У тебя самолетик? Да. И ты на нем можешь лететь? Да. Высоко-высоко, да? Да. А как самолет летит? Покажи. Вот так крылышки покажи. Да. Кто там идет? Кто проснулся? Гришулька, привет! Ты проснулся? Пошли бабушку еще сейчас проверим. Пойдем сейчас.
Я сейчас буду готовить уже ужин, не ужин, не знаю. В общем, перцы раз уже разрезала, отрезала у них шляпки, то придется-то их уже готовить. В общем, завтра, наверное, мы это на обед будем кушать. Перчики, вот они, я их заливаю всегда кипятком, прям так побольше. Они там у меня купаются в кипятке. А здесь пока фарш, рис, лук, соль и перец. Вот это начинка. И сейчас еще сделаю подливку в сковородке. Морковка, лук и томат будут тушиться. И сметанки немножко добавлю. Так, перчики у меня готовы. Как раз хватило прям фарша на все перчики. Привет, сына! Что, апельсинку тебе еще? Она вкусная? Тебе понравилось? Порезать? Ну, садись. Ты в садике спишь? Вот так ложишься? Да. А кто рядом? Где подружки? Ты познакомилась уже с девочками? Или мальчиков? Мальчиков что, нету в садике? Нет. А девочки? Да. А как же их зовут? Соня. Соня? Вика, да? Алина парит дуба садик. Кто? Алина. А, Алина, да, да. Да. Угу. Да, я тоже новый. И ты в новый? Да. Воспитательницу как зовут? Что? А, Анна Вячеславовна? Да. А другую как? Их же две? Ну, а вторую как зовут? Наталья Анатольевна. Наталья Анатольевна? И морковка, видишь, мамуля жарится. Мама говорит, что-то лук в глаза идет. А вот отсюда он идет. Так, ну что, вот у меня здесь уже соус. Я люблю вообще, когда он со сметаной, томат. В общем, здесь у меня томат, сметана и водичка. Посолила я, поперчила по вкусу и чесночка добавила. А. Григорий! Вот сорвал сердечко. Да? И играешь? Можно денежкой? Да. Да что, ну мама еще дома? А когда родят? Не знаю, никто не знает, да? Когда захочет, да? Да. Кто приехал опять в садик? Ты приехала в садик? Я так и знала, что ты. Да, ты так и знал? А так ты уже сам залазишь, да? Да. Видишь, это значит, что ты подрос, да? Он не хочет кидать. Я заглянулся, потому что... А, мама, это я никогда не играла. Да? Афоня. Это кто такой, Маргарита? Кто? Не знаю. Миньон? Да. Вампир. Афонечка, а ты что там стираешь? Собаку вот. Постирал? Ага, он даже рот открывает, да? Это вампир. Интересно. Ну да, он рот открывает, у него такие острые зубы, да? Это потому что он вампир. Да. Постирали? Включай, включай, будем стирать. Вот так. Надо будет теперь еще и посуду помыть, да, Антон? Афонь, будешь мыть посуду? Да. Смотрите, как я вас мыть. Нет, мячик мы здесь оставляем, сына. Выкидывай его туда, деткам кидай. И поехали.
Приехали мы с садика. Сейчас смотрю, я тут перчики оставляла тушиться. Боже, он такой красивый. Вообще. Ау, прям горячее. Сейчас попробую, ну, не нужно ли немножечко подсолить или подперчить. И, в общем, буду уже выключать. Крючок? Ну, наверное. Червик. Гришуль, рот помой. Один червь может родить две. А мы идем на рыбалку. А? Мы идем на рыбалку. На какую рыбалку? На любую рыбалку. Папа, давай идем на рыбалку. А зачем? Давай. Нет, ты не пойдешь? Не, я тебя на ручках нести не буду. Мы идем, да, Марглась? А пошли с Маргаритой за ручки. А мне же выпадают руки. Выпадают уже? Да. Тогда не успели. Маргарита! Антошенька, Антош, ты куда? Маргарита, сядьте сюда на лавочку. Садитесь. Угу. Дядя Виталик пообещал на рыбалку Грише. Приходится теперь выполнять свое обещание. Что, Григорий ничего не забывает. Она тоже была здесь, и там же. А мы подвоем, а там злые медведи. Да? Да, на рыбалке. Что, правда? Да, да. Мы слезли, купали. Бывай маленько. Я купала. Что, там червячки есть, Афань? А, да? Сейчас туда пойдем. Подожди, сейчас все закинут удочки, хорошо? И Андрюша приехал. Тоже на рыбалку. Кто там? Палочка? Нет, это не червячок, это палочка. Гля, Сонька пошла в воду. Сонька пошла в воду, да? Вон она заходит. Она боится. Она не боится. Собачка умеет плавать, да? Она новичок. Да? Она новичок. Она. Угу. Палочка. Она сама говорит. Угу. Что, подожди, сейчас и мы пойдем. Сейчас все закинут, хорошо? Кого? Угу. И мы сядем на мостике и посидим, да? Да он просто палочки берет, не переживай. Сейчас мы пойдем, сейчас подожди немножечко, хорошо? Все, ты сидишь, сынок? Что там? Камышики плавают, да? Мам, ты что мне? Зайди себя и зацепи за трусы. Потом кинь себя. Где этот потом? Кинь себя. Он там ходит. Так, Маргарита, иди. Соня, фу. Скажи, Соня. Соня, фу. Соня, фу. Все, Соня уже не лезет, да? Рыбаки! У тебя что, покажи? Палочки? Упала? Ну, сейчас пойдем, подожди. Пойдем?
Только надо разбудиться, ладно? Все? Готов? Пошли. Руку давай. Стой, подожди, мама сейчас уже разбудится. Мама-то не разбулась, да? Все, теперь поменялись удочками. Теперь Антоха и Андрюша рыбачат. Все, пошлите кататься на качели. Пошлите. Где качели, Афонь? Где качели? Ты что, хрен ешь? Нет, это кака. Да. Собираем огурцы со Степашкой. Уже вот почти коробку назабирали. А, что здесь у тебя? Ты балуешься? А, у тебя палочка? Что-то в глазик попало? Ты стреляешь? Как ты стреляешь? А. Пошли огурцы собирать, а вот мы чуть-чуть боярышника насобирали на компот. Будем варить компот, да? Помощник бежит. Ах ты помощничек. Помогай бабушке огурчики накладывать. Неси пакет вам. Делись с бабушкой. Будешь помогать нести? Ну, как сразу. Давай еще поможешь вот это еще. Хорошие, только маленькие кидай, ладно? Ты помогаешь, сына? Какое небо красивое вообще. Обалденное. Виталику не надо огурцов? Спросить надо. Ты спросишь или я? Обалденное. Вообще какое там такое темное. Тут такое яркое. Для какое небо, мам? Красивая, да? Чего, ты домой собралась? Маргарит, ты домой? Вер, ну бери тачку, закат. Ну я сейчас закачу. Да. Пошли, говори до свидания. Все, целоваться будем? Извини, давай. Не надо. Ну тогда до завтра, ты завтра приедешь? Нет, мы скажем в садик завтра, да? С утра. А, ты ж вечером приедешь, да? Ну давай поцеловаемся. И пока, да? Вер, тачку не все, пока. Пока. Куда ты? Без Афони никуда, да? Афанасия будем забирать. Афонька! Давай! Вылазь, давай. Вылазь! Все, маши пока! До завтра! Подожди, сейчас бабушка сядет. Пока. Все, пошли. Куда мы пойдем? До дяди Виталика? Пошли. Пока. Покажи. Классно. Там продаются там. Ну да, 3D-пазл. У Гриши такой же был. У меня такой же был, только прям большой-большой. Ну да. У тебя тоже там большой или нет? Или маленький? У него маленький, а у меня большой. Ой, какой у вас цветочек красивый. Ой, а там крайний тут когда-то я. А, что там? Положи телефон. Он тут сразу звонит всем нам. Афонь. А, ты хочешь позвонить? Так, а что, пиццу ешьте пока на горячее. Ты будешь пиццу, Гриша? Надо сразу пиццу. Афоня, ты будешь? Сначала надо сразу. Ну тогда телефон ложи, Андрюша. Нет, ты его положи. Все? Покажи под маме. Костюм, покажи подходит. Часики. Андрюха радый, да? Андрюш, сколько время? Сколько время? 21. Это сколько? 9 часов. Правильно. Покажи, сынок. Сына, покажи. Не бери в рот, покажи, как стреляет. Какой классный конструктор, да? Стреляет. Все, ты спишь? Закрывай глаз. Все, спи.
Завтра, да? А потом уже пятница, и у тебя праздник, да? Да, уже три. Вот это четвертый завтра. А пятый в пятницу праздник у тебя. Как этот праздник называется? Яблочный спас. Яблочный спас. А я знаю, что один раз хочу? Чтобы папа меня когда возьмет, уже знаешь куда? В Астрахань. В Астрахань? Не знаю, сына. Давайте всем скажем пока. Пока, всем до завтра. Пока, всем до завтра.